Его задерживали сотрудники ГУБОПИКа, приехали на работу, дали возможность уехать на своей машине, то есть его не увозили на машине правоохранительных органов. И куда он уехал, мы понятия вообще не имели. Дальше мне уже звонила сама следователь, сказала, что мой муж задержан по статье 293 «Массовые беспорядки». Я попросила, чтобы она мне дала с ним поговорить. Ну, она сказала, что, конечно, такое невозможно. Положив телефон, спустя, тоже на мое удивление, через 10 минут мне перезвонили и дали с ним еще минуту поговорить. За эту минуту успел сказать, что я знаю все, что надо сделать, то, что очень сильно любит, чтобы я не переживала, все хорошо. Здравствуйте, я Вероника Мороз, жена политзаключенного Болтуса Дениса Викторовича, которого я жду дома. Наши отношения больше усилились, то есть как бы в этот момент ты понял, кто этот человек, что он для тебя. Они стали очень сильными, и мы в письмах всегда друг другу пишем то, что вот, ну, наша любовь, как бы она победит абсолютно все. Самая мечта была, это мы должны были купить собаку. То есть это вот была мечта мечтой. Вот, ну и, конечно, это ребенок. И уже даже имена были готовы для детей. То есть для девочки это Стеша, Стефания, для мальчика Марк. Вот, как бы я уже думаю, что, ну, вот-вот бы родила, наверное. Каждый вечер, если мы не уезжали куда-то далеко от дома, мы приходили именно сюда гулять, делали большой круг, потому что тут расстояние очень большое. Гуляли, как обычно, разговаривали обо всем, мечтали. А он вспоминает это место очень часто. Там причем фраза идет, то, что сидя за решеткой, я вспоминаю лесную аллею, по которой мы с тобой гуляли, твоя походка, взгляд и тому подобное. Я тут очень сильно давно не была, и, ну, есть такое немножко мандражка такая. Потому что вспоминаешь все, ну, я надеюсь, что скоро мы будем обратно вместе. Футбольным фанатом он был очень долгое время, как бы болел за команду МТЗ Репо, но с 2015 года перестал, потому что как бы клуб распался, и в связи с этим мы все думаем, то, что вот как раз-таки задержан он был как вот из-за этого. На суде и во время следствия им вменяли то, что они по сей день там футбольные фанаты, то, что это вот во всем они виноваты. Нет ни одного доказательства. Ничего нету. То есть то, что он выходил на мирные протесты, он этого сам не отрицает, как бы. Но вину, допустим, по той же 364-й насилия над сотрудниками, мы были вообще в шоке, в принципе, когда нам предъявили эту статью. И он сам давал показания, то, что у него среди знакомых есть милиционеры, то, что и там есть люди, то же самое, и как бы такого он сделать не мог. Давление на меня оказывалось в процессе именно уголовного преследования достаточно большое. То есть меня вызывали сотрудники ГУБОПИКа, приезжали. То есть если у некоторых один обыск был, а два обыска, у нас было 4 обыска. Я каждый раз слышала фразу о том, что мой муж молчит, мой муж ничего не говорит, давай поговори ты хотя бы с нами, расскажи ты нам все. Последний раз, когда они были у нас дома, уходя, они вообще мне оставили свой номер телефона, что если я захочу что-то вспомнить, им рассказать, чтобы я им в любое время суток позвонила, что жизнь непредсказуемая штука, сегодня у меня проблем нету, завтра они у меня есть. Но они единственные, кто мне помогут решить мои проблемы. В последний момент дошло до такого, что они меня на кофе позвали, что мы попьем кофе, поговорим в свободной обстановке, вот, и все. Ну, на что я сказала, что я кофе пью только с мужем. И вот это как раз-таки был последний звонок вот с того момента. Добро всегда побеждает зло. Вероника это знает. Уже знает. У нас родители абсолютно все поддерживали нас с самого начала. Эта ситуация в первую очередь, она нас абсолютно всех сблизила. Второе, ну, это научило ценить то, что есть. То есть и родители до сих пор, мама моя дает веру в то, что как раз-таки Денис скоро будет дома. Он очень компанейский человек, и как бы
за то, что как он там, мы практически не переживаем, потому что мы всегда знаем, что он общий язык, контакт найдет абсолютно со всеми. Вот сейчас вот с Могилева он писал, что ему в Могилеве очень нравится. Я ему даже в ответ написала, ты домой вообще собираешься. Вот. То есть он очень сильно любит читать, но там он уже дорвался, так дорвался. И он в каком-то письме даже писал, что когда он придет дома, он хочет сделать уже библиотеку и научить меня разговаривать на белорусском языке, потому что он как и на русском, так и на белорусском может говорить. Но он патриот, патриот своей страны. Он сам по себе очень сильный человек, и как бы он даже там умудряется поддерживать меня. Ну, то есть поддержка идет в обе стороны. Ты самое лучшее, что было у меня в жизни. Жаль, что нам пройти надо все это. Все это. Я хочу теперь всю жизнь посвятить только тебе и нашей семье. Ты мое самое главное чудо и счастье. Мои силы пока сильная ты. Мы с тобой как одно целое. Нам обоим надо верить, что все изменится к лучшему, и скоро мы будем вместе. И больше нас ничто не разлучит. Сильно люблю свою крошку. Здесь я максимально пытаюсь сделать все, чтобы его поддержать чуть больше какими-то передачами, разными вкусняшками, потому что мы его балуем очень сильно, чтобы он как бы всегда помнил то, что он не один, то, что он с нами, поленвички домашние, сыр сулугуни, всегда все на нас смотрят, как-то вы ему сулугуни передаете. Но вот он его любил, и как бы всегда каждую субботу мы ему маленький кусочек передаем. Печенье, он такой большой сладкоежка, всегда конфеты, именно вот разные там сникерсы, Milky Way, мы ему всегда вот это вот передаем, чтобы он чувствовал вот домашний вот этот вот именно уют, как было дома. Я живу им, получается, то есть вот только что без него, но я ощущаю его рядом с собой. У нас с ним такая, скажем, очень связь определенная. Будем ждать, все равно я уверена, что конец близок, и как бы все равно скоро все будут дома.